С вами Татьяна Чекалова. И сегодня мы с вами начинаем работать по программе «Подкрадемся к шее сзади». Почему сзади? Дело в том, что основная проблема шеи, которая видна вот здесь, находится не здесь, а находится действительно в задней части шеи. Даже больше. Даже не в задней части шеи. На самом деле, шея вообще не виновата с тем, что какие-то проблемы с ней происходят. Виноват в этом грудной отдел позвоночника. Именно вот это средний грудной отдел позвоночника. И наша основная работа будет, конечно же, направлена на его коррекцию. Что касается шеи, наша задача будет только укрепить мышцы шеи. Что касается средней части, что касается рук, вот здесь будет очень серьезная работа. И не только рук, но даже ног. Начнем с вами сначала. Сядем правильно. Куда сядем? Вообще для тренировки нам понадобится стул, за который можно хвататься сзади. То есть либо просто крепкий деревянный стул, либо в идеале какой-то металлический стул. Вот, например, прекрасно подходит стул для йоги. Или вот такой вот стул из Икеи. Обычный стул за 300 рублей, может быть, за 400 из Икеи. Стул, у которого есть металлические составляющие, за которым сможет схватиться руками. И нужно, чтобы стул, на котором вы будете заниматься, его спинка находилась примерно на уровне нижней части лопаток и среднего нижнего грудного отдела. Потому что некоторые упражнения вот такие, когда нам нужно будет отогнуться назад. Заниматься мы будем исключительно сидя. Даже те упражнения, которые вам покажутся знакомые, которые иногда вы видите, выполняют люди стоя, мы будем выполнять сидя, потому что все-таки мы работаем с шеей, и мы шею корректируем. Мы не просто с вами гимнасты, бодибилдеры, которые занимаются шеей, мы корректируем шею. Дальше ноги. Наши ноги. На самом деле, одна из проблем шеи внешне проявляется в колене. Вот сейчас вы сидите, как стоят ваши ноги, где находятся ваши колени. Я надеюсь, что ваши ноги не крест-накрест, вот не так закинуты, а действительно стоят на полу. Итак, что должно быть с ногами? Ступни стоят на полу, прочно стоят на полу, под углом 90 градусов, то есть голень, затем колено под углом 90 градусов, и затем ваше тело. Так вот, куда повернуты колени? Вот если ваши ступни стоят так, то средний палец, самый средний палец ноги, именно на него должно смотреть ваше колено. В действительности не так просто это сделать человеку с больной шеей, чтобы колено смотрело не в сторону большого пальца, а именно в сторону среднего пальца. То есть немножечко было развернуто вверх и вперед. Давайте попробуем это сделать. Мы мысленно силой мышц натягиваем внешние края бедер, внешние мышцы бедер вперед, назад к ягодицам, а передние мышцы, внутренние мышцы бедер мы тянем вперед. То есть мы как бы колено немножечко вот так вот разворачиваем. И мы будем заниматься, у нас все время вот это активное состояние ног должно оставаться, чтобы наши колени смотрели ровно вперед. И колени, конечно же, на уровне тазобедренных суставов. Ягодицы немножечко поджаты, и если немножечко поджаты ягодицы и натянуты все бедра, это будет полезно для ног, то живот автоматически сжимается. Если у вас живот автоматически не сжался, давайте сделаем так. Мы сильно, с силой втянем живот в позвоночник, а теперь мы напряжение живота уберем, а направление пупка в позвоночник, его оставим, его сохраним. Как раз это будет поддерживать наш поясничный отдел от травм, предохранять его от травм. Это очень важно, чтобы живот был всегда немножечко втянут вперед во время упражнений для шеи, во время, собственно говоря, любых упражнений, где мы будем заниматься грудным отделом. Что нам понадобится еще? Сегодня мы будем использовать стул и палку. Палка у меня не гимнастическая, у меня палка от швабры. Чем лучше палка от швабры, тем, что хват более широкий, когда мы работаем с палкой от швабры. Ее можно захватить более широким хватом. А это для нас, в общем-то, важно. В дальнейшем нам понадобится. Если у вас сегодня нет палки, вы можете взять полотенце, либо просто пояс от халата.
заниматься с полотенцем или с поясом от халата. Полотенце только должно быть длинное, не меньше 1,40 м. Дальше нам понадобится мяч. Сегодня мы обойдемся без мяча на сегодняшнем занятии. Вообще нам понадобится мяч. Мяч, смотрите, он должен быть размером примерно с наш череп шириной. Может быть, видите, чуточку меньше нашего черепа, вот этот мячик, чуть меньше моего черепа. Может чуточку больше быть, но не сильно больше и не сильно меньше. Это может быть просто резиновый мячик, обычный детский, из детского магазина. Это может быть мяч для художественной гимнастики, мяч для пилатес. Для художественной гимнастики, где-то вот я недавно видела в магазине, он стоил 310 рублей. Прекрасный совершенно мяч, подходящий для наших тренировок. Дальше нам понадобится ремень для йоги. Вот это вот у меня оригинальный ремень для йоги, настоящий ремень для йоги. Он нам понадобится для того, чтобы мы работали с ногами, но не только. Он, с ногами можем работать, собственно говоря, с халатом. Нам понадобится, чтобы ремень действительно смог зафиксировать наши руки назад и смог зафиксировать наши колени, когда мы их поднимаем вверх. Дальше мы будем заниматься и с этим. Либо, если у вас нет ремня для йоги, он стоит примерно от 100 до 150 рублей. В интернет-магазинах подороже. Вы можете взять просто в магазине ткани, купить стропу. Вот это у меня стропа. Они, видите, размером практически идентичные. Ремень для йоги 4 см и стропа 4 см. Стропа и пряжка карабин. Эта пряжка, она используется обычно в рюкзаках. Делают как раз стропы, наверное, рюкзаки. Она выглядит вот так. Когда она раскрывается, то здесь такой вот трезубец образуется. Вот такой трезубец. Если вы покупаете стропу, вам понадобится просто спичкой либо зажигалкой провести по краям, чтобы не похоронились концы. И стропа на самом деле прекрасна. 2 метра понадобится вам стропы. То есть варианты. Либо вы покупаете ремень для йоги, либо вы покупаете стропу. Это вам действительно понадобится не только для этой практики. Будут другие практики, которыми с вами укреплять спину. Нам понадобится ремень и стропа. И под конец нам понадобится что-то твердое, например, пластиковая бутылка, чтобы по завершении каждого упражнения, в смысле каждой серии упражнений, каждого комплекса, лежать и подкладывать ее под голову, чтобы наша шея отдыхала. Ну и, собственно говоря, это все приготовления. А сейчас начнем. Сегодня нам понадобится только стул и палка. И мы будем работать с шеей, будем работать с грудным отделом, будем работать с суставами. Начинаем сначала. Начинаем с разминки. Садимся на седалищные бугры, то есть под нами кость. На седалищные бугры. Колени стоят параллельно друг другу, на ширине тазобедренных суставов, сами колени немножечко вывернуты наверх мышцами, внешние мышцы тянут колени в стороны, а внутренние мышцы немножечко выталкивают их вперед, чтобы колени смотрели прямо на средние пальцы ног. Плечи опущены. Поначалу кому-то действительно будет трудно опустить плечи. Собственно говоря, опущенные плечи – это первый признак исцеления, исцеления шеи. Плечи опущены. Если вы не можете это сделать сами, тогда возьмите, потяните за стул снизу и опустите плечи усилием своего тела. А только потом опустите руки и останьтесь в таком положении. И аккуратно положите руки на бедра. Седалищные бугры ровно под вашей грудной клеткой и голова ровно над вашей грудной клеткой. Вытягиваем голову. Давайте 5 раз. Кивнем. Можете закрыть глаза и слушать, чтобы ваш подбородок падал именно между ключицами. Давай медленно.
мы поворачиваем голову в сторону, у нас голова как будто бы за нитку подвешена на потолок, и мы никуда ее не вращаем, она здесь остается на едином центральном уровне. У вас сейчас нет задачи ее повернуть как можно дальше. Есть задача просто размять. Достаточно по 5 раз. Когда шея будет здорова, в идеале это лучше делать ежедневно раз по 20. А теперь берем в руки палку, либо полотенце, либо пояс от халата, что у вас есть, и начинаем делать первое упражнение. Очень важно, чтобы палка, полотенце, пояс от халата были горизонтальны. Никуда не нагибались, а были горизонтальны. Я тоже не святая, я буду видеть, что у меня иногда она пытается куда-то сдвинуться. Причем, как правило, в одну и ту же сторону, в сторону той стороны, которая укорочена. Итак, беремся за палку. Что для нас очень важно? Важно, чтобы руки были прямыми, чтобы локти были прямыми. Это, между прочим, отдельная тема и имеющая прямое отношение к шее – выпрямление локтей. Поначалу, возможно, у вас не получится выпрямить локти, но ваша задача к этому максимально стремиться и добиться этого за максимально короткое время. Итак, абсолютно прямые локти, палкой горизонтально. Поднимаем палку на прямых локтях, отводим ее за стол. Отвели палку за стол. Внешне кажется, что очень простое упражнение. Когда вы будете делать его сами, вы увидите, что это не очень простое упражнение. Палка, конечно, лучше пояса, лучше всего, потому что за палку, когда вот я так вытягиваюсь, я вытягиваюсь, смотри, грудным отделом. Поясница у меня придерживается животом, который втянут. Напряжение очень сильное. Шея, продолжение позвоночника. Видите, если я начну делать вот так, то у меня вместо гимнастики для шеи будет гимнастика для больной шеи. Моя задача сделать так, чтобы это упражнение было полезно. И ваша тоже самое. Отдаваемся и немножечко отводим тело от стула. Влево, вправо, влево и
ремонтирую. Ремонтирую. Поэтому пока нам не надо ни 20 повторов, ни 30 повторов, пока по 5 раз. Плечи поднимаем вверх. У плеч у нас будут обычные вращения плечами в одну, в другую сторону. Это необходимо, чтобы разработать грудной отдел. Но обычно что мы делаем, когда у нас шея не в порядке и когда плечи не в порядке? У нас вот такая ерунда происходит. То есть, в принципе, нам такое упражнение совершенно ни к чему. Мы выполняем его совершенно осознанно. Опять-таки, мы сидим прямо. Плечи поднимаем, два плеча вместе вверх. Это первая реперная точка, на которую нам нужно обращать внимание. Затем отводим плечи максимально назад, оба плеча максимально назад, живот втянут. Это вторая точка. Опускаем силой плечи вниз, это третья точка. И передвигаем два плеча вперед, это четвертая точка. Раз, два, три, четыре. Раз. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, вверх, вперед, вниз, назад. Вверх, вперед, вниз, назад. Вверх, вперед, вниз, назад. Вверх, вперед, вниз. Чувствуете, немного по-другому происходит упражнение, когда мы действительно работаем с нужными нам точками. Дальше. Дальше мы разрабатываем трицепсы. Больная шея, вялая шея и болтающиеся трицепсы – это практически повсеместное явление. Правую руку, насколько можем, ставим в центр спины. И левой рукой делаем растяжку, растягиваем правую руку. Возможно, у кого-то не получится, как у меня. Докуда вы можете, до туда и работаете. Работайте до вашего максимума. Главное, чтобы в конечном итоге стало так, как у меня, и даже лучше. Секунд 30 держим напряжение. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Помогаем рукой, двигаем. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Поделюсь с вами маленьким секретом. Мне сейчас упражнение очень приятно. Когда первый раз его делала, мне было безумно больно. Ставим левую руку между лопатками. Беремся правой рукой за левый локоть и насколько можем сдвигаем его вправо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Теперь кладем две руки назад и начинаем совершать такие махи назад локтями. Раз, два, три, четыре. Для кого-то это за гранью возможного. Все равно старайтесь так, как вы можете. Пускай у вас получится вот так вот для начала. Все равно делайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Расслабляем руки. Теперь будут упражнения, которые тоже внешне кажутся очень простыми. Те, кто будет это делать вместе со мной, я сяду к вам боком, чтобы было
Дальше немножечко отодвинусь, чтобы было виднее в камеру. Мы беремся за края стула. И живот у нас втянут, чтобы не было никакого прогиба вот здесь, в поясничном отделе. И сейчас я буду просто тянуться руками вперед. Вот такое упражнение ласточка. Как ласточка, тянемся вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Взгляд вперед. 19, 20, 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Расслабляемся таким образом. Локтями откидываемся назад. Слышите, что я задыхаюсь? Хотя упражнение кажется таким простым. И собираем живот и просто ложимся на локти. И грудной отдел вытягиваем вперед. Грудной отдел, не поясницу. Раз, два, три, четыре. Лопатки собираем максимально близко. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать. И повторяем упражнение. Руками держимся за стол. И максимально вытягиваемся вперед. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Голова продолжение позвоночника. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22, 23, 24, 25, 26. И так, и так. 27, 28, 29, 30. И снова отдыхаем. Раз, два. Грудное дело, это время входит вперед. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Упражнение для тех, кто его сделать может. Мы правой рукой беремся за левый край, левый за правый край. И тянемся вперед. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Спина прямая. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Отжимания. Отжиматься я буду от
будут кисти на уровне плечевых суставов. Сгибаемся всем телом, то есть не попу вперед, вернее назад выклячиваем, а всем телом. И стараемся, чтобы локти уходили не в сторону, а уходили назад. Очередная задача в работе с шеей – вытащить голову из ключиц, высвободить голову из ключиц, потому что все дальнейшие упражнения, которые мы с вами будем делать, а мы будем делать много упражнений, они связаны с тем, чтобы наш грудной отдел заработал. А для этого нужно, чтобы ключицы начали двигаться. На этом наша сегодняшняя программа почти закончилась. Почти – это значит еще не совсем. Чтобы она закончилась совсем, сейчас вам нужно лечь и полежать на спине, на твердой поверхности, подложив под голову, под середину головы бутылочку с водой. Тогда ваша шея останется вытянутой и напряженной. При этом она будет отдыхать. То есть, по сути говоря, вы начинаете создавать первые навыки, формировать первые навыки здоровой шеи. Здоровая шея – это шея, которая одинакова по высоте с обоих боков и одинакова по высоте, спереди и сзади. Напомню вам, на следующем занятии нам с вами понадобится ремень для йоги и нам понадобится мячик. Пожалуйста, запаситесь ремнем и мячиком. Ну и палкой, если у вас не оказалось палки, потому что те, кто работал без палки, красоты и ценности такого упражнения, когда мы оттягивались на палке, конечно же, не осознал.